Всем привет! Меня часто спрашивают, как можно сделать личный объем 100 баллов. Ну, на первый взгляд, кажется, это действительно очень большой объем баллов, да, большая сумма. Но если в этом более конкретно разобраться, то действительно это будет не так все сложно. Для начала, чтобы я хотела сказать, мы меняем обычный магазин, в который мы ходим, на интернет-магазин Faberlic. В нашем интернет-магазине есть абсолютно все. К примеру, вы ходите в магазин за порошком, за пастой, за шампунем, косметика, парфюмы. Ну, все, что вам необходимо, да, в ежедневном использовании и даже не в ежедневном, вы можете найти это в компании Faberlic. Как же делать 100 баллов и контролировать именно этот процесс? В данный момент у нас идет акция на пылесос, и очень многим становится тяжело из раза в раз выполнять 100 баллов, потому что вроде бы люди перестают делать заказы такие, вроде бы все накупили, уже дома все есть. Но, опять же, мы сейчас поговорим о том, как грамотно это все выстраивать. Если сделать, составить табличку дома, все, что вы используете для дома, для себя, муж, дети, если у вас большая семья, то не заставит никакого труда выполнять 100 баллов каждый каталог. Главное, контролируйте этот процесс, что у вас закончится сегодня, что у вас закончится через неделю, через 3 недели. Вы же можете предположить, там, когда у вас закончится средство для посуды, заканчивается ли ваш любимый парфюм, тональный крем, крем для лица, детская зубная паста, к примеру, и так далее. Если вы все грамотно распланируете, то 100 баллов вам будет каждый каталог обеспечен. Поехали дальше. Смотрите, очень многие, когда ходят в магазин, они не считают деньги. То есть сходили, они купили один гель для душа, завтра они сходили пасту купили, потому что она закончилась, послезавтра они средства для посуды купили, послезавтра они купили там шампунь, помаду, и так в течение месяца ходят по мелочам, покупают. А если это все суммировать, то это и получается та сумма, то необходимое количество баллов, которые необходимо выполнить, да, объемом 100 баллов. И поэтому многие не понимают, что можно таким образом выполнять программу VIP, получать классные подарки, обменивать, да, по Faberlic-клубу и через 8 каталогов получить золотой пылесос. Круто же! Смотрите, есть еще один секрет, как легко и незатратно набирать 100 баллов личного объема. Дело в том, что наш продукт имеет балл. Какая-то продукция полнобальна, а какая-то продукция идет акционная и половинчатые баллы. То есть это, к примеру, вот акционные продукты и белье, колготки, одежда и так далее. А есть полнобальная, к примеру, декоративка, парфюмерия и уход за кожей лица. Вот здесь нужно очень грамотно подумать, и к этому хороший должен быть подход. Как же набрать незатратно полнобальными продуктами, да, свои 100 баллов? Вот вы взяли, что вам нужно для себя, необходимо в этом каталоге, но у вас не получилось 100 баллов. Что же делать? Берем 5 каталогов и несем их своим близким, знакомым и так далее. Что мы им говорим? Мы им не говорим, что у вас у тебя там закончился порошок или средство для мытья посуды, потому что мы понимаем, этот продукт идет с половинчатыми баллами. Что мы делаем? Мы предлагаем уход за кожей лица, какой-то комплекс, проводим мастер-класс, какие-то рекомендации, показываем своим примером, что необходимо бы взять, да, вашему знакомому или родственнику. 100% вам говорю, что это сработает обязательно. И набрать будет ваши 100 баллов очень легко и просто. Выполняйте свои 100 баллов легко, просто и незатратно. Приятных вам покупок и каждому по пылесосу в подарок. Пока!